На сцене пока пусто, никого нет. Наводим порядок, чистоту. Гримерка Сергея. А качество может быть плохое из-за связи, которая здесь. Телефон, честно говоря, не очень хорошо берет. Вот мы вышли в холл. Девушки пока всех разворачивают, потому что еще рано заходить в зал. Но местные фотографы работают уже вовсю. Народ идет на концерт. Давайте посмотрим, что здесь покупают. Вы покупаете для подарка артисту? Обалдеть, какой огромный букет. А это тоже ваш букет? Это Сергею Петровичу от фан-клуба. А, здорово. Мы видим трансляцию на его перископ. Да. Здорово. Пока здесь такая обстановка, все готовятся к концерту, покупают цветы. У нас с вами тоже будет возможность посмотреть концерт онлайн. Я надеюсь, что связь в зале будет немножко получше. Кто-то говорил, что что-то подглючивает. У меня это отображается все нормально. Я вам напоминаю, что вы можете задавать любые вопросы Сергею. Я их обязательно передам ему. И в антракте мы сможем к нему подойти и с ним пообщаться. Давайте до встречи. Я еще вернусь. Всего доброго.